И всем привет, ребята! Сегодня мы играем в Джоу Мотри Дэш! Ладно, Джоу Мотри Дэш. Так, давайте. 11 уровень. Попробуем. Пум-пум-пум-пум. О! О! Пум-пум. Лобдыщ! Я не хочу этот уровень. Так. Ладно. Погнали. Топ-1. Ой, какие такие. Мне демоны нужны, ребят. Зацените, зацените. Короче, ребят, я вам сейчас мультик покажу. Я забыла, где он... А... Сейчас, ребята, я вам покажу, короче, мультик кое-какой в Джоу Мотри Дэш. Это вы офигеете, сейчас заходим на вторую строку авто. Короче, можете посмотреть мультик какой-нибудь. Ну, короче, смотрите. Типа, сидит парень, потом он, типа, пошел гулять. Он вышел из дома. Идет. Да, вы даже можете им управлять, типа прыгать. Но вообще это не обязательно. Ну, вообще классный уровень. Так, он идет по лесу такой, улыбается, грустный. И ты... А, дичь! Ну, короче, вы посмотрите. Значит, он за вас, короче, играет. Так, давайте демонов все-таки сыграем. Так, какая там строка, я забыл. Где этот демон? Инсейн демон. Так, ребята, сейчас поищем. Нафига? Ну, дичь, где он? На прошлой строке, что ли, был? Вот, короче, ребят, вы сейчас офигеете. Это инсейн демон. Я его на 11% прошел. Хотя это изи. Run, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, короче, вы поняли. Это изи. 8-я строка. Так, давайте посмотрим. Вот, большой ящик. Так, ребят, раз, два, три, открываем. Ну, блин, что за фигня? Сейчас такой в топ. Предпоследний. И? Ну, я хочу пройти. Давайте попробуем пройти клабстепы. Но я не уверен, да? Конечно же, я клабстеп не пройду. Уверена? Я вообще демонов люблю. Они такие классные. У них такие классные уровни. Такой проходящий 500 дима. Ой, такие димасы. Ну, топится. Ладно, фиг с этим. Пудрич! Ой, я не тот хотел. Во! Порум, парабум, парабум. Такой умираю. Да, пудрич! Только сказал, умираю. Так, давайте, ребята, короче, просто построим какой-нибудь мир. Ну, я не знаю. Так, это у нас второй, третий у нас. Так, надо вспомнить. Так, 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 так. Так, все, я, короче, это, посмотрел. Давайте, строим. Так, дальше у нас идет подброска. Сейчас. Я думаю, фиолетовый хватает. Давайте. Да ёшики.
Я дебил, там не надо было, короче, ставить. Знаете что? Мы вот убираем вот этот шип. А, все, стоп. А если... Стоп, да я же говорю стоп. Так, погнали. Так, у нас дальше вот так вот. Надо удалить вот это слишком низко. Давайте попробуем самый обычный вот это. Ага, все. Понятно. Значит, у нас тут идет вот такая вот штука. Пойдет. Все равно похоже. А тут у нас шипы будут. Поняли? Ладно, немного не похоже. Да ё-моё! Немного не похоже на уровень третий. Ну ладно, пойдёт, сейчас доделаем. Так, тут у нас перепрыгиваем через шип. Пойдет. Погнали. Всё, пробуем. Чё так сложно? Прошли уровень. О. Короче, я с вами прощаюсь, но заодно один клип.